Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Новый фонд помощи дольщикам обойдется бюджету в 1,3 миллиона. Такая сумма выделяется из региональной казны. В этом году на обеспечение деятельности фонда защиты прав участников долевого строительства. В последующем будут тратить по 2 миллиона в год. В этом бюджет внесет в фонд 26,5 миллионов. Еще полмиллиарда составит федеральное софинансирование. На эти деньги можно будет достраивать дома. Например, в этом году 100 миллионов пустят на завершение стройки на Ленина 31. Предусматриваются также выплаты дольщикам. В 2020-м их предоставят покупателям жилья в 6 домах, это почти 500 человек. Программа «Экономика». Предприниматели могут получить заключение об обстоятельствах форс-мажора. Подобные документы в условиях ограничений на работу помогут в отношениях с партнерами избежать санкций за неисполнение договорных обязательств. Разъяснение по этому поводу дали в УТПП. Здесь важно несколько условий. Чрезвычайность, то есть то, что наступление обстоятельства, из-за которого невозможно выполнить обязательства, не является обычным в конкретных условиях. Непредотвратимость, обстоятельств этих нельзя было разумно ожидать при заключении договора, либо их избежать или преодолеть. Это могут быть запретительные и ограничительные меры органов власти, принятые в рамках их полномочий, но не нарушения со стороны контрагентов, отсутствие на рынке нужных товаров, денег, финансовый кризис, девальвация и ряд других обстоятельств. Более подробно о форс-мажоре, о том, как получить заключение, на сайте vtpp.vcci.ru в разделе «Новости и события». Экономика на 101FM. Дали информацию от наших партнеров. Исход судебного разбирательства напрямую зависит от качества подготовки к нему. Недостаточная проработка приводит к затягиванию разбирательства, повышает вероятность негативного исхода процесса. Увеличиваются денежные, временные и эмоциональные затраты на него и многократно. С учетом паузы, на которую встала большая часть бизнеса, сейчас самое время заняться предварительной работой как по судебным, так и досудебным спорам. Специалисты экспертно-консультационной фирмы «Экскон» помогут в анализе исходных данных, подготовке доказательной базы и формировании позиции с технической точки зрения по вопросам строительства, товароведения и оценки. Компания «Экскон» работает на рынке больше 20 лет. Карла Липнихта, 13. Телефон горячей линии 73 50 50. В завершение валюты. Доллар сегодня вырос до 77 рублей 4 копеек. Евро стоит 83 68. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM.